Ну что, ребят, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем с вами проходить DLC метро Last Light. До новый месяц, чтобы запустить, используйте меню главы нового задания. Хорошо. Мы с тобой проходим DLC, да, прошлые серии мы смотрели с тобой, ну и... с тобой, с прошлой серии было очень интересно, не видел, посмотри, ссылочки в описании, выходите на плейлист, полное прохождение данной игры. Подсказочек сверху справа, на такой кружочек, беленький, с указательным знаком нажимаешь, или чуть ниже на описание пускаешь, там будет прикреплена первый видос, да, будет прикреплен прошлой серии и плейлист, полное прохождение данной игры. Вот, сегодня мы прошли одно с вами вроде, да, в прошлой серии прошли... А, не, посмотрели, да, или прошли... Прошли мы с тобой одно DLC, а второе просто посмотрели. Интересно было, но как бы второй меня, типа, ну, не шибко прям удивил, потому что все-таки там особо такой не было, поэтому просто дополнительный контент. Вот, поэтому сегодня мы с тобой дальше продолжаем смотреть DLC. Вот, поэтому, Саш, подумай, надевай бензик, обязательно подпить этот куш, прям чипчика пить или 50 воды, потом просмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить DLC. Так, мы с тобой закончили на прошлой серии на башне, я сказал свое мнение, типа, продолжаем паучье логово. На прошедшие после года мы сталкеры обшарили в поисках ресурсов все более-менее доступные районы. Теперь на поверхности легко найти разве что неприятности. И тем удивительнее были новости о D6, огромном секретном бункере, обнаруженном совсем недавно, потому нетронутом. Теперь все метро бродит военными объектами, не отмеченными на обычных картах. Let's go! Проходим в обычном режиме, нормально. За прошедшие после войны годы мы, сталкеры, обшарили в поисках ресурсов все более-менее доступные районы. Теперь на поверхности легко найти разве что неприятности. И тем удивительнее были новости о D6, огромном секретном бункере, обнаруженном совсем недавно и потому нетронутом. Теперь все метро бредит военными объектами, не отмеченными на обычных картах. Эх, наведаться бы в одно из таких мест. Вот только как его найти? Паучье логово, давай посмотрим. Пройдем. Сквозь огонь. Это что такое вообще? Интересно, что это? Ну, Петрович, вот где эта шахта. Батя служил в молодости, рассказывал мне. А на картах ее нету. Ни на каких. Понял, какая загогулина вырисовывается? Этот самый бар? Понял я, понял. Только что с того, что нету. Мужики туда ходили уже. Не вернулся только никто. А ты откуда знаешь, что туда? Ну, место вроде то. А даже если то, это же не мы ходили. Мы вернемся. Не ссы, Петрович. Давай-ка лучше бахнем за успех предприятия. А чё, давай. Ну, будем. Хорошо пошла. Другое дело совсем. Вот сейчас закурим еще. Тебе прикурить? Ты что, обалдел совсем? Шутки у тебя хуже, чем у боцмана. Ну, счет как маленький. А, ну тебя, юморист хренов. Я-то привык, а новичка вот можешь напугать. Ну так что, идешь с нами? Петрович в обиду не даст. Видишь, какая у него дура. Ну, за удачу. За удачу. Ну, let's go, чё, let's go. Два дня спустя. Интересно. Только интересно, кого мы играем? За Артема? Нет, надо, мы за Артема играем. За каких-то... Либо за него же играем, да, какие-то доп. Знания, которые у нас не было в сюжетке дополнительно, да, вот дополнительный контент нам завезли, дополнительно проходим, да, либо, ну, либо за другой персонаж какой-то, просто, ну, параллельно тому, что у нас было. Найти Петровича и Семеновича. Но если мы играем за... Мне интересно, кого мы просто играем, за Артема или нет. Просто я подряд записываю, да, поэтому не знаю сейчас.
фильтра всякие. Опа, подожди, что здесь видел? Сейчас то самое, да, получило, блин. А оружие у нас будет или нет? Кот слышу там. Погнали дальше. От зажигалки так быстро. Что-то я такого не помню в сюжетке. Ну ладно. Беги! Просто бежим куда от кого-то куда-то, блядь. Что происходит вообще, блядь? Ой-ой-ой. Так. Ты чё, мразь? У нас даже оружие, ребята, ещё нет, вообще нет ничего. Ни оружия, ничего. Огнево берем. Да, еще покричи мне здесь.
Опа, вот это нам надо. Просто везде огня валяются. Да-да, давайте. Пизда, смотри, сколько их здесь вообще. Просто хуею, сколько их здесь. Я промолчу. Это просто было, понял, круговое такое. Ну, чисто так. Круг сделать просто и все. А, здесь надо что-то включить, хочешь сказать? И куда мне дальше-то? Алло. А куда дальше-то? Обратку идти? Правильно понимаю? Как я понял, да, в обратку типа идти. Нет. О, бля, там тут кальмар. Ну ладно, мне в обратку идти нет, подожди. Вот так в обход идти. Ну вот сюда я прохожу. Оп. А. Нет. А в чем прикол-то? Где выход-то отсюда? Может, что я опять пропустил? Ну смотри, здесь ничего у нас с тобой. Здесь тоже. Ничего понажимать мы не можем. Понажимать здесь ничего не можем. Ничего сделать тоже не... А, во. Можем. Ай, блядь. Ну, ладно. Просто забаговалась тема и все. Просто забаговались, что? Давай еще ближе подойди, хуля. На, ёпта. Поехали. Что, блядь? Нет, там нихуя. А что сейчас было? Ну ладно. А, тварь, блядь. Такая, блядь. Смотри. Чисто спрятался, блядь. Куда ты, блядь, бегаешь? Бегать он теперь. Ты видел? Чисто в крысу сыграл. Ну понятно, блядь. Тихо, блядь.
Чисто в крысу сыграл, блядь, и все. А все, а там уже все, блядь, там уже ничего нахуй не сделаешь. Шо, блядь, крыса ебаная, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, здравствуйте. Ебал в рот, блядь. Смотри, что творится, блядь. Ебать, ребята, ну у вас что-то очень много, нет? Тварь ебаная. Давай, давай, давай. Вон его, смотри, бегает, смотри. Давай, хуйня ебаная. Давай, 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 давай. Ну все, мужики, давайте как-то без меня, блядь. Сейчас он еще туда идет. Ну, только у нас так две с тобой хп-ки. Хп-шки только две. А, она так и будет ползать, да, короче? Блядь, ты не охуел или, слышь, блядь? Вон, здравствуйте. А тебе похуй, да, на фонарик? Ну типа вообще все равно, да, на фонарик? Хорошо. Ну типа похуй, да, вообще? А тебе на фонарик похуй или что, блядь, не пойму. Где она, блядь, буду ползти, смотри. На, блядь. Что? Доигрался, добегался, да? Вот нехуй было бегать, как говорится. Ай-яй-яй. Сейчас будем все палить, получается, да? Вот это паучье гнездо. Что у нас по заданиям? Мы на поверхность, хорошо. Сейчас, секунду. Пизда, то что могу сказать. А тебе похуй, то, что у меня фонарик или что, блядь? Ну, ей похуй, да, вообще, я так понимаю, правильно? А чё, как тут тему перезаряжать. Нехуй бегать, горит. Поехали. Ля 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 ля.
хорошо. Погнали наверх, пулю. Поехали. Ну, все просто пробежало, прикинь. Блять, ёбаный в рот. Хм. Не заметил. Не заметил этой хуйни. На-на-на-на. Осы бегают, 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 бегают. Вокруг. Где здесь пауков, да? Схуяль ты подходишь, блядь, слышь? Кто давал право-то, блядь, не пойму. Да? А, мразь, тебе похуй, что у меня, ну, как бы фонарик светит, нет? Ну, видимо, похуй, хуй. Блять, тебе поебать или что, я не пойму, блять. Бля, вообще смотри, похуй им. В целом похуй. Им в целом поебать на все. Ну куда ты, куда ты, куда ты вот рвешься? Видишь мне фонарик? Здесь все, блядь. Май, смотришь, смотри, смотришь. Ну, спел, моя. Сейчас мой поймает тварину, смотри. Ладно, не поймает. Я прям около меня, блядь, было, ну ладно. Попал. Не попал. Попал. Похуй, идите нахуй, блядь. Вас ждать еще надо. Блядь, боже. Как сразу хорошо достало без лов. Удивительно.
Да. Здесь патрики просто лежат, тоже нужны мне. Нам такое надо сюда. Здесь лут, видишь, лежит. Это тоже сгорает, нихуя, будет прикольно сделано. Ладно, все, пакет давай, давай, у меня анимация, все. Не то нажал, ну ладно. Не нужно было нажимать просто. Тут не заметил. Так, ну поехали, чё? Ты чё, блядь? Ну, ибо нехуй. Опа, здесь аптеки должны быть. О. А это для чего? Ребят, продолжаем. Просто память закончилась на диске, и все. Поэтому перекинул сейчас на другой диск. Вот, поэтому сейчас должно хватить. Должно хватить. Так, что у нас есть? Угу. Ну, здесь ничего такого. О, мы здесь с вами еще остановились чуть-чуть даже. О, вот это нам нужно. А что здесь, зачем мне? Пошло дело. Thank you.
Ну давай ты, ну. Ну что ты? Погнали, короче. Let's go. Конечно, я пока даже накачиваю, блядь. Бля, вот твари. Ну ты не лезь. Штаны тебе, блять, не то. Ну что за хуйня, блять. Ой, сыпь, засыпется все. Просто трэш, просто так, блять. Надо, да. Уже какой раз попадает, грубо говоря. Так, ну здесь, о, сжигательно, это хорошо, это очень нужно, это тоже очень нужно. Там фильтр лежал, поэтому можно было и не тратить. Да. Так, поехали. Это? А. Это нам с тобой надо такое. Сколько всякого лута, да, разбросано? Ну, пауки это еще не самое тут, знаешь, опасное, грубо говоря. Самое жесткое здесь не это. А чуть-чуть другое. А куда нам? А во. А еще другой здесь. Здесь вот эти, где на арене мы были, вот, вот они, да, вот они забейте вообще. Такие твари, блядь. Просто пробежал и все. Она вот все-таки вот сюда, да, нужно было. Да. А с той стороны что было? Да, посмотрим. Здесь ничего, здесь тоже фильтр лежит. Это нам полезная тема. Это нам такое надо. Так, let's go. Ух ты, бля.
Ну долго будешь бегать, алё, блядь. Меж эти можно сжигать, сами эти яйца, смотри, их можно сжигать. Тогда все будет чики-бомбони, получается. Так, поехали. Ну, контента много завезли, хорош. Контента прям достаточно завезли. Это прям хорошо, что столько контента завезли. Поехали. Не обязательно, конечно, было делать, но... Давайте сначала полутаемся с тобой, что крайне важно. Так, вроде здесь больше ничего такого и нету, да. Так, а вон там дальше что? В принципе, ничего больше нет там. Окей, let's go. Yeah.
Чего, блядь, как все прошло, блядь? Куда вы лезете, куда ты лезешь, дур, блядь? Ну, я хуею с этого реально. Суки ебаные, блядь. Бля, такие вы суки ебаные. Все, покедово. Вот так вот. Выбрались наружу с тобой. Сквозь огонь пойдите в уровень логова паука. Демон. Типа зря он выбрался, хочешь сказать? Мада, мада. И потом это следующий сразу же. Пойдем. Типа, можно сказать, он зря выбрался. Да уж. Погнали, комплект разработчику. Зайдите в метро с новой стороны. С помощью комплекта разработчика загляните на стрельбище, где вы сможете обработать любое оружие из игры. Посетите музей, где все существа и персонажи мира метро предстанут перед вами во все подробности. Сразитесь с грозным противником на арене. Не, на арене не хочу сражаться, поэтому давай просто посмотрим. Просто посмотрим. На арене не хочу. Такое себе. Комплект разработчика. Ну, это я только. Знаете, метро с новой стороны, с помощью комплекта разработчика загляните на стрельбище, где вы сможете опробовать любое оружие из игры. И посетите музей, где все существа и персонажи мира метро станут представлены перед вами во всех подробностях. Сразитесь с грозным противником на арене. Не хочу на арене сразиться. Посмотрим, да, давайте посмотрим просто так. Комплект разработчик. Прикольно сделано, кстати. Ну нихуя, а чё, какой-то другой лифт, смотри. Нихуя, смотри, другой лифт какой-то вообще. Ебать, что? А вот, смотри, другой лифт. Нормально, 14-й. Так, музей, стрельбище, арена. Давай музей, пошли сгоняем. О, ты кто? А ты кто? Ты кто вообще? А ты кто? Понятно, не знаю, кто это. Погнали, сгоняем, посмотрим. Нет, типа, кто вообще? Разработчики, типа? Ну, видимо, да. Нач станции. На вот смотри. Да, посмотрим всех персонажей. Маус 3. Вот такой челик есть. Ну, понял, это просто чтобы посмотреть их, окей. Да, посмотрим так. Павел, точнее Павел, вот как раз тот чел, командир, вот который был злодеем. Вот еще обсуждаем. Ну вот мельник. Угу. Вот эти, как их называют, демоны. Вот, смотри, тварь. Очень жесткая тварь, да? Но мы, кстати, а это медведь, это медведь. Да, мы, кажется, такой отбились. Вот, смотри. Это хуйня, кто это вообще? Мы вроде их даже не трогали. Этих мы вроде. А вот они, которые кричат, блять, которые кричат. Эти собаки, блядь. Собаки, пауки. Еще одни пауки, скорпионы, грубо говоря. А что тут вообще находится? А. Дальше вот такая, смотри. Вот, ну, блядь, босс этот, смотри. Это, получается, босса, да?
Ну вот это босс был, это тоже босс, получается. Ну да, это скорее всего босс, это тоже босс был. И, видимо, это тоже был босс. Ну, 4 босса, получается, да, здесь? А смотри, даже анимацию сделали. Да. Ну, вот это, блядь, обычные вот эти волки, их называю креветки, блядь. Вот, типа, минимум, вот, видишь, насколько она больше? Помнишь, я говорил, что она больше? Смотри, насколько она больше. Видишь, это маленькая, это, смотри, какая здоровая, блядь. Так, ну и вот еще какие-то челики. Вот так вот, ребят, все это дело и выглядит. Снайперы, а вот не эти пошли. Это она, типа? Ну да, это она. Это Анна, получается. Так, а тут что, можно туда пройти? Так, ну в целом мы с тобой посмотрели, прикольно. Прикольно, что сделали такую тему в музее. Прикольно. Прикольно. Так, пошли. Вот здесь, смотрите, сейчас швабры стоит. Странный тип. Ну, давай попробуем оружие. Арену я не буду трогать. Попробуем просто все, посмотрим на все оружия, которые были в этой игре, да? Которые есть в этой игре. А, стрельбище арена. Это арена. А я хочу на стрельбище, да, посмотреть. Вот смотри, какое оружие было. Типа снайпа, да? Ну или калаш, скорее всего. Ну вот, смотрю. То, что мы туда с собой не взяли. Типа P90, блядь. Ну такое оружие есть еще. Вот такое оружие есть. Расстрелянная довольно-таки. Так, так, теперь это типа револьвер, да? Пистолет, так понимаю, с одним патроном. Да, который мы используем с тобой на арене прошлой серии. Или позапрошлой. Так, хорошо. Да нет, 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 нет. Это мы только что смотрели. Вот, посмотрим, давай. Это что? А, пистолет тоже. Это что у нас? А, это как раз то, что вот стрелять дротиками, да? Да, то, что стреляет дротиками у нас. Снайпа. Ну, она, сказать, она очень тяжелая, да. Она, видишь, тяжелая. Да, тяжеленькая. Дальше, дробовик, который у меня как раз таки был. Вот, ну, без такого прицела, конечно. Скорострельный, но видишь, долго перезаряжается. Да, это было, это помню. Не это, нет, дай следующий. Вот дробь, которую мы с тобой бегали, да? То есть его если перезарядить, он стреляет либо двумя очередями, да? То есть по два патрона двумя очередями стрелять, либо одной очередью всеми четырьмя стрелять патронами. Вот так вот. Мы его тоже использовали на арене, когда прошлый раз играли. Так, это что у нас, типа калаш? Ну, типа, да. Ну, дробовик скорострельный как раз. Который, помнишь, я хотел взять, но не взял. Но, кстати, ну, хуй знает. Он прикольный, но хуй знает. Блять, не то. Еще такая оружка у нас была с тобой. Это у нас, собственно, этот. Это стрельбище, да, у нас просто. Это у нас револьвер, кстати, был прокачанный только что. Это просто потренить, я понял. А вот уж смотрите оружие. Сохранить. Здесь еще есть вот такая калаш, то есть, да, обычно. Вот он пошел в море. Ну, это типа под трень, да? Правильно понимаю? А это можно вот попробовать еще.
Ну, вот. Такая тема здесь есть. И вот он мне... А, вот она, кстати. Вот та тема, которая... Помнишь, брал, да, пробуем ее? Блять, не то. Вот, смотри, да, пробуем ее. Дробовик. Хорошо. А здесь у нас что? Ну, а здесь еще есть вот такая тема. Но здесь вроде миниганчик, да, еще есть? Ну, то, что мы с тобой смотрели. А нет, вот та же. Гатлин. Да, вот он как раз. То, что мы использовали миниган. Вот это что вообще, блядь? Медвед. Что медвед? Так, давай-ка. Сейчас, дай. Да, посмотрим еще. Это мы посмотрели. Это обычно. Это пистолет. Ну, вот смотри. Это револьвер у нас, да. Поддон какой-то пистолет есть. Ашот есть. Который с одним с одной пулей. Хлопушку у нас есть даже. РПК мы только что пробовали его. Ну, это тоже мы пробовали. Да, посмотрим вот это, собственно, и вот это, да. Дробовик такой, блядь, что? Ничего. Нормально, неплохо. Да иди ты на. Да, хлопушка, посмотрим, что это такое. Вот. Один патрон всего лишь. Так вот, что? А, это что, понял, это было с дополнением с того первым. И вот любименько пошло. Так, почему так странно? Ну прикольно, прикольно. Прикольненько, прикольненько. Да, сохраним чё. Вот такое, ребят, вот такое. Может, давай пошли, ладно, на арену сходим, посмотрим, чё там. Просто посмотрю, чё там, но не более того. Не буду играть. А, это я могу, подожди, это я могу. А, это могу разных этих сказать. Это я могу, смотри, сбросить, это могу. Смотри, это могу я, получается, подожди. Это я могу по факту носача против там стражи заебашить. Погнали, посмотрим. Давай посмотрим, кто выиграет. 1-0, смотри. Два ноль, смотри. 2-1 уже. 3-1. 4-1, 5-1. Это вот носач, которого я не люблю. Вот, смотрите. Вы помните, которого... Вот, смотрите, вот, вот, вот. Это вот этого я не люблю прям вообще.
Подожди, а кому засчитается, если я вот так взял? А почему их двое, блядь, не понял? Десять шесть, если что, они. Жесть, я могу к ним, надо спуститься, да. Давай-то оружие последнее выберем сейчас с тобой. Замена. Ща. Возьмем с тобой 100% конь дробаш. Что ты взял? Да, я чисто так понимаю, по файнс, да, посидеть здесь, поугарать. Вот его возьмем. Поехали, я к ним сгоняю. Пососал бибу. Я с ними ебашусь, если что. Я до синих пришел. Погнали, брат. Баш. На, ёпта. Мари, мы уже 30 набрали. За все тем щу, блядь. 37-42. Проебали. А подожди, давай, если я вообще всех заспавню, например, вот страж, этого, этого и этого, против таких же, блядь. Посмотрим, ща будет.
Че, погнали к ним гоняем? Погнали к ним гоняем, чисто так, по приколу. Пиздец. Ну мы идем, смотри, мы идем. Пиздец, что творится здесь, блядь? В этом зоопарке, нахуй. Поехали. Ну мы выигрываем, ребята, вообще изи. Смотри, 50 уже, блядь. 77. А, своих еще ладно, нормально. И сколько тут будет продолжаться? Там вообще бесконечно, блядь, или что? Сотку мы выиграли, ребят. 163 мы выиграли. Да-да, ну такая вот аренка у нас с вами получается. Да, ну вроде бы все попробовал здесь, погнали. Музей мы вроде бы просмотрели весь, да? Вроде бы, да, весь посмотрели.
О, блядь. Все хорошо, мужик. Бля, я испугался такой, не ладно. Ну, собственно, все, вот так посмотрели с вами. Вот это все дело. Посмотрели мы с вами. Режим разработчика, грубо говоря, да. Музей посмотрели. Стрельбище побывали, на арене даже чуть побыли. Ну ладно, погнали дальше. Только разработчик Павел. Погнали, посмотрим. Не везет в последнее время. И у фашистов за Павла. И рейнджера завербовать не смог. Да потом он же меня чуть не зарезал. Хорошо, хоть основное задание товарища Корбута на Венеции выполнил. И тут же снова попался. Старею, что ли? Интересно, где я теперь? И долго ли добираться до красной линии? А, это после того, как мы в Кремле с ними встретились, да? Или до? Мы сейчас за него играем, да, за Павла? За Павла будем играть, хорошо. Ну чё, красноперый, одуплился? Вставай, сука! Вообще лично я бы тебя под дурочком чик и всех делов. Но у бугра нашего есть чё вам красноперым чисто конкретно предъявить. А бугор, если чё решил, то стопудово зуб даю, понял? Видал, чё у нас тут? Электростанция, бля. Так что сейчас мы тебя шернём и будешь динамо крутить, пока не сдохнешь, как козлина драма. Ах ты, сука! Миша, нихуя себе. Не шутя просто. Я не понимаю, куда нам. А, вот. Можно было оглушить отсюда. Это карась его на вшивость проверяет. Пацану налекает. Волына-то без маслят. Езжаю без базар. Брателло, а ты не в курсах чисто, где пацаны столько броников фашистских надыбали? Подписался. Ну так это бугор чисто замутил тему. У фашистов на постой с Хрущевым Аликим, блядь.
Так они нормально так подоняют. Броники и волыны. Вот оно что. А то я не въезжал все. Тут ты не уровень. Голова чистая. Чё там? Очкуешь? А мне-то чё? Ну чё, бля, давай ещё. Давай, бля. Чё-то как-то... того... этого... стрёмно, короче. Завалят-то, ты не простышь. Брателло, а со светом чё за тема? Да, бля, тема. На постой, сгорит чё, лишняя херня какая. И жестянки все старые, и электрики лошьё полное. Давай. Да, бля, попадалово. Скукота. Лоска бы сюда какого. На перо поставить. Чё, сдулся или чё? Ни хрена, давай еще. Ну что, братан, говори, мастер. Черва, брателло. Буба, братуха, буба, опять ты лоханулся. Да, бля. Буба, зуб дает. Ха-ха, опять продул. Черва. Не, ну ё-моё, еще давай. Ну чё, крест? Я, братуха, вина. Да чё, бля, такое? Давай ещё. Ща дам, бля. Ну, вина. Не, ну вот на кой ты так накидался, лоханулся. Крест надо, бля. Попадало вам, бля. Что тебе надо? Не хрен делать чё-то. Выбор залог бандитов добраться до красной линии. Сука выключила. Сейчас найду грабли на сумку. Ты что за? Интересно, блять. Очень интересно пока. Слышь, братуха, а ты не в курсах, что там за бункер-шмункер по лесуски надыбали, а? Ну чисто пацаны звонили, что хабара там реально немерено. Ну чисто маслята, мульки, центрифуги. А, вот что мы их добили. Реально, суки, рамсы попухали. Какие центрики закрасили. Ну, надо их, бля, получить реально, а то реально попухали. А? Да нам надо. Слыхал, что там за шум был, как мы уезжали? Да так, краем уха. Говорят, на электростанцию красные напали. Ни хрена себе. Перемирие. Да там темная история какая-то. Ага. И он, кажется, поймали. А красные его вроде открыли. Ну-ка, посмотрим. Я бы нахал. Вот-вот. Здравствуйте, как положено. Я даже на электростанцию забрал. Так. Что-то слабовато. Не, опять продул. Червы. Ну, ну, ё-моё, ещё давай. Ну чё, крест? Не, брат. Всё готово, можно стрелять. Чё,
это такое? Она чисто как упырь какой сюда чисто смена. Сейчас посмотрим. Не-не, братан, лоханулся. Крести. А? Чё там? А мне похуй, у меня анимация. А все не работает. Куда мы идем-то, блять? Ща мы его, сука. Ну как-то изичные ребята, какие-то вы изичные реально. Конечно, после того, что было. Какие-то ключи ищем постоянно. Непонятно для чего и от чего они, знаешь ли. Да это нам надо. Погнали. Суки, так и знал.
Где-то около Рубаску, что ли, правильно понимаю? А, ну охуенно. Здесь можно было по стелсу пройти, но я не стал. А вот он. Пам-парам. Вот так вот, ребятки. Ну, кстати, вот это дополнение прикольное. Я только не понимаю, рассказывают до того, как мы в Кремле с ним встретились, то есть Артём, да, встретился с ним около Кремля, или это у него как раз до этого было, или уже после? Наверное, до, да? Когда он сбежал, как раз, наверное, когда он сбежал. Как будто бы да. Еще один ключ, уже сколько ключей наш? Ну, кстати, прям хороший. Давай-то вот это, наверное, поменяем. На калашек 227, блять. Послушать не могу, хорошо. Я знаю, мы сейчас там пройдем, наверное, да? А, вот здесь можно пройти, слышь. Неплохо. Да, сколько здесь ключей вообще валяется? Я в шоке. Ну, вот так давали, блин, в сюжетке обычно ключей. Там просто идешь сразу, у тебя оп, все. И ключи. Угу. Что-то мы пришли. И, собственно, блять. Так и знал. Вот опять, видишь, не смотрел под ноги. Ах, эх. Охуенно, и что мне делать? Это типа подъёбка для, ну, долбоёба? Или что, блядь? А мне что делать-то, блядь, теперь? Наёбка, типа, реально? А, во. Бля, я ж испугался, нахуй. Да вот всё, типа, подъёбка, типа, для этого.
для особо таких, кто ищет лут, как я. Я застрял. Застрял. Я захерю сухо. Не успел. Окей, по стелсу не можем, тогда пойдем. Без стелса ебать. Не, ну а чё? Не, ну, ну, ну а чё, ну а чё, ну а чё? Я, бля, чё-то реально не езжу. Да сейчас уедешь, нахуй, быстренько, нахуй. Чего, блядь, а? Крыса, типа, блядь. Понял. Прижал. Встанешь еще или что, блядь? Вот так надо было сразу, блядь, заходить просто и бам-бам-бам, и все. Как говорится, пора-пора-пам. Ох, нихуя. На, ёпта. Похуй, да? Я хуею, блядь. Так, ладно. Поехали. Опа. Ну, видимо, не все сейфы, кстати, я нашел. Видимо, не все. Погнали сюда, ладно, быстренько. Обознался. Ты там ударника нашего не видел? Моего пацаны на минутку позвали пострелять. Не видел он там никого. Эй, брател! Разбираем перышки, пацанчики! Сам правил, бриться можно! Пацанчик, лучших не найдешь! Сам наковырял! Бери, недорого! Пацан, отвечаю! Осечек не будет, маслята отборные! Перышки, что надо. Чисточики, все. Бывай, пацанчик. Если что, я завсегда тут. Так что тебе там, пацаны, ну что, пацанчик, звонили? Заходи еще. Чисто конкретно, всегда. Ай, рад. Позолоти ручку, дорогой. Всю правду расскажу. Так за бурбона же. Че за бурбона? Но там какие-то реальные беспредельщики были. Чисто конкретные маслята работают без осечек. Реально всех?
Да как ты здесь ну стоишь? Ну чё, один если еще что надо, проходи, знаешь, где найти? Смотри в шар, дорогой. Все вижу, все, что было. И дорогу дальнюю, и казенный интерес. Все вижу. И ветер быстрый, и палаты темные. Дом вижу, и неладно в доме, и черно на сердце. И трубы медные, и возы мутные. И встречу новую, и кручины тяжелые. И друга нежданного, и тучи черные. Да что же это такое? Да как же это? Ой, золотой, ой, яхонтовый, идти тебе надо. За тобой по пятам судьбина недобрая, не гневи. Не смотри больше, не спрашивай. Скажу только, Пьяно. Дорога дальняя, впереди, с перекрестком. Сюда, скорее! Мы уже отправляемся! Давай, давай, а то опоздаешь! Шатас, пройти уровень, Павел. Прикинь, предсказала. Это, понимаешь, их можно было проходить вместе с сюжетом, да? Ну ладно. В принципе, все, я думаю, на сегодня. Спасибо за просмотр, Кассирика была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Нам с тобой, кстати, остались, знаешь, сколько DLC пройти, знаешь, когда нам с тобой осталось бы пройти? Два задания осталось пройти, Хан и Анна. Давай, ребята, увидимся в следующих сериях.